И, друзья, продолжим. Мне кажется, далеко не стоит отходить от темы психологии. Правда, в этот раз мы ее продолжим в немножко необычном для кого-то формате, в музыкальном. У нас в гостях Валентин Шкандыбин, этномузыкант, звукотерапевт и психолог, мастер этнических музыкальных инструментов, основатель этномастерской. Валентин, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, когда нам рассказали о вас, когда вы были недавно на фестивале, на ярмарке фестиваля «Осадное сидение», да, вас там увидели, хотя наверняка многие о вас слышали, не только в Азове, потому что вы занимаетесь довольно-таки редким, ну, скажем так, ремеслом. Вы делаете флейты, делаете их какие-то необычные, делаете их самостоятельно в течение 14 лет. Сейчас я все сам расскажу. Да. Итак, понимаете, давайте начнем с флейт именно. Почему такие необычные флейты и почему вы ими занимаетесь? Пришел к флейтам случайно. Ну, то есть мне просто понравилась форма и безумно понравился звук. Это было в 2008 году. Угу. И спустя 3 месяца пришла идея сделать первую флейту. И так все пошло. Вот. Флейт — это же продолговатый, длинный инструмент. У вас они разные, их такие? Очень большое количество. То есть это абсолютно множество, нормальная форма. Множество разновидностей флейт. У каждого народа, можно сказать, есть своя флейта. Угу. Если говорить про те флейты, которые делаю я, их название «Окарина». «Окарина». «Окарина», да. Ну, типа «Окарина», «Окарина». «Окарина», да, легко запомнить. Это древнейший музыкальный инструмент, которому, как официальные ученые говорят, более 12 тысяч лет. Вот, и в разных частях света их находят археологи. И можно сказать, что это инструмент народный. Когда мне задают вопрос, чей это инструмент, я говорю, это инструмент народный, потому что играют на нем разные народы. Вот. И начав заниматься этими флейтами, постепенно я начал собирать коллекцию других инструментов. То есть это и барабаны, это и варганы, это и множество всего того, что мне откликалось когда-либо в душе и нравилось. И я начал... А в какой момент вы поняли, что это не просто вот ваше хобби, вам интересно, а этим можно, ну, скажем так, лечить душу? В какой момент вы это осознали? Темой звукотерапии я начал заниматься довольно-таки давно. Но так как я изучал разные направления и философии, и религии, и, естественно, мне нравилось всегда психологическое направление. Вот, и впоследствии я все глубже входя в то, как звук, как музыка помогает человеку исцеляться, да, а как это может помогать? Когда человек слышит ритм, его сердце начинает подстраиваться под ритм. Когда человек слышит звук флейты, он невольно начинает перестраивать свое дыхание. И это воздействует также на сердечно-сосудистую систему. Но а как, это, если говорить о эффекте, когда человек слушает звук. И опять же, учеными доказано, что каждая клетка, она входит в звукорезонанс, и посредством этого гармонизируется, либо дисгармонизируется, если это звук у нас какой-то вот, ну, перфоратора, да? Слушайте, а можем мы буквально, ну, не знаю, секунд, может быть, 30, может быть, 40, полечите нас немножко? Конечно, вот, на любой конечно, флейту, я принес специально эти флейты. Я просто хочу уточнить, я вижу, что одна, даже их несколько, они отображают форму, ну, как бы выполнены в форме сердца, и вы сказали, что действительно это влияет, ритм влияет на звучание сердца, или как-то так, в общем, это было. Пускай будет, да. В общем, это ведь не просто так, да, это ваш замысел, специально вы так сделали, что вот выполнили форму. По первому образованию я графический дизайнер, вот, и, естественно, я занимался разными направлениями хендмейда, да, как говорят. Вот, по второму образованию я психокинезиолог. И специально пошел в психокинезиологию, потому что психология и кинезиология – это наука о теле, да, то есть это связь. И, естественно, я это все хотел связать с темой звукотерапии. Как звук, как музыка влияет на... Я сейчас начну умолять Валентина, чтобы он уже что-нибудь сыграл, потому что хочется... И хочется вот показать, да, вначале, потому что это моя, естественно, авторская разработка. Какая красота. Да, это степной орел, вот, и в нем отражена идея и душа наших степных вот просторов. Thank you.
Я сейчас расплачусь. Я уже плачу, я не знаю, почему вы на меня давите. Так воздействует. Во-первых, шикарно. Во-первых, шикарно. Валентина, скажите, сейчас мы перейдем к одному из очень важных вопросов, которые мы собираемся задать, но мне вопрос промежуточный, может быть, не такой важный. Вы графический дизайнер, психокинезиолог, а музыка, это же, у вас нет музыкального образования? Музыкального образования. Вы играете просто вот на слух, да, получается? Нет, но, естественно, занимаюсь 14 лет музыкой. Я все-таки так или иначе его получил. Да. Я думал, что эти звуки просто дрожат. Я его обретаю через общение с музыкантами. Естественно, я брал курсы, обучался. Вы сказали немножко раньше, что это влияет на слух. Ну давай, спроси. Валентин, очень интересно, вот вы сейчас исполнили, а я, честно, еле сдержала слезы. Как часто вы такую реакцию встречаете? И вообще, какие реакции чаще всего вам попадаются? Но нередко люди плачут. Да, я встречал такие реакции. Смеются? Вот как психолог, с чем вы это можете связать? Вот что? Это тонкая чувствительность и, может быть, где-то невыраженные эмоции. Потому что зачастую люди подавляют эмоции. Они привыкли быть более красивыми или более правильными для других людей. Но где-то нужно выразить и слезы, где-то нужно выразить и смех, а может быть, где-то нужно и подушку поколотить, позлиться. И это тоже нормально. Ален, прием закончен. Теперь хочется задать вопрос. Магистерская диссертация, которую я писал, когда учился на психологии, она как раз-таки и называлась «Формирование психоэмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста». И здесь вот хотелось бы пару слов сказать про то, что я работаю еще с детьми и провожу детские концерты, на которых я детям показываю, как можно выражаться, как можно взаимодействовать с друг другом. Потому что сейчас дети, они в основном гаджетные, да, они играют в игры, они не бегают по улицам и часто и во многом их ограничивают. Либо просто дают телефон и вот играйся, все. А через музыку, через звуки музыкальных древнейших инструментов можно соприкоснуться с чем-то глубинным и с чем-то очень важным. Вот мы слышим барабан, это ритм. Невольно мы начинаем двигать телом, да, пристукивать ножкой. Вот, когда мы слышим флейту, мы начинаем чувствовать вот эту плавность, это воздействие на наше дыхание, на наши легкие. И сейчас, кстати говоря, вот я расскажу про инструменты и про, можно сказать, про влияние... Но времени очень мало, поэтому давайте чуть-чуть ускоримся. Сейчас многие люди переболели ковидом. Да. И это очень важный момент, который тоже хотелось бы затронуть. Так как я уже занимаюсь 14 лет, и многие люди, которые у меня приобретали инструменты, они учились у меня, впоследствии начали мне писать большие письма благодарности в соцсетях, со словами того, что вот лежал инструмент, а сейчас начала или начал играть, и мои легкие словно начинают очищаться. Потому что через духовой инструмент человек невольно начинает обучаться правильному дыханию. Потому что многие из нас дышат исключительно верхним отделом, а есть у нас диафрагма. И это дает нам возможность раскрывать легкие более шире. И, естественно, микробам уже там не место становится. Как жаль, что программа наша такая небольшая, не удастся раскрыть вот прям максимально нашего гостя. Но, тем не менее, уверен, это не последняя наша встреча. А дальше у нас прогноз погоды, друзья.